все деньги, которые здесь имеются. Официальная валюта. Визиграда. Посмотрите фамилию, а, ваша, да? Давайте нам уже скорее мы побежали на гамбургер. Вот, спасибо. У нас казначей денежек забрал. Пиши на гамбургеры. Последняя наша комната. Мастерская, вернее, это мастерская приключения гамбургер. Девчонки пошли делать гамбургер. У нас уже заканчивается время, мы упросили мастера, чтобы она нас пустила, слезно просили, Ксюшка расстроилась, даже слегка слезы на глаза выступили. Сейчас они одевают фарточки и будут делать гамбургер для себя. Не утопался Ксюшу. А Ксюша с сумкой не расстается. Девочка помогает Анютке завязать фартучек. Ребята надели одноразовые шапочки. Дают перчатки. Девчонка там пугается перчатками. Анютке помогают. Мне в пальцы не влазят. Выдают какие-то салфеточки. Анька с бутылку-то держать не может, она тяжеленная. Ничего. Кетчуп давит там себе на гамбургер, кетчуп. Облизывает. Щедро. Еще сыр дают им. Кружочки сыра. Наверное, я с колбасой делаю. Наверное, с колбасой. Нет, котлеты. Пошли, Полин. У этой девочки вообще нет котлеты. А у остальных есть. Она, наверное, вегетарианка. Какой-то попка помидорки досталась. О! Торток помидор. Настоящий помидор для именинницы. Я крутить тебя здесь не буду, только не думаю. Ну что, Аня сделала сама свой первый гамбургер в жизни. И Ксюша тоже сделала. А говорила, не хочу, не успеем. Знаете, у нас тут такой прямо экшен был. Нам надо было 45 минут выйти. Ксюшу успели в 43 минуты чикнуть. Там у них своя электронная система. А Анюта не успела. Но у нее опять сегодня бонус. Ей дали сделать вне времени гамбургер, и даже деньги еще сохранились. Да, Анюшка? Что за прятка? Аня в чехлоге сидит. Опять Ксюше не повезло. Она у нас еще и раненая с батутов, да, Сенька? Все-таки остался след, вон у нас царапина. Ну, папа казначей у нас. Сейчас тут с деньгами разберетесь.
Слушай, сотку. Ну, столы, конечно, желают. Оставляют, желают лучшего. Смотрите, как все пролито. 45. Ой, довольные. Ой, довольные. Тут вкуснее, чем гамбургер. А в магазине нет. Ну так здесь же ты сама сделала, да? Своими руками. Супер гамбургер получился у тебя, Анют, да? Вкусняк. Мы нарушаем правила. Брали с собой актимельку, Аня, запить. Пей, Аня, актимельку. Запивай, не кушай сухомятку. У Ани сплошные бонусы. Бумажечка кушай. Еще даже не приступала к своему гамбургеру, ушли попить купить, а Анюта уже половину слопала, да? Так Ксюша удивляется тому, что коктейли приходит, придется ждать. Ну что, скажи мне свое мнение о гамбургере. Гамбургер вкусный, вкусный. Это второй гамбургер в твоей жизни, да? Но тот вообще был не вкусный, а мой самый вкусный. Там мы ели в Бургер Кинге, а этот она сделала сама, да? И он сто раз вкуснее, наверное, да? 950 миллионов. Я запуталась. А ты не хотела, не пойду, расстраивалась. Я думала, меня сегодня не... такая серьезная была прямо. Я думаю, что это ты из-за мастерских такая была, да? Сейчас уже расслабилась, у нас время вышло, да? Там просто торопиться все быстро. Да, везде торопиться, как в настоящем городе. Да. Ты почувствовала ответственность, да? Да. Аня у нас даже один раз паспорт потеряла. Да, и еще два раза сумку теряла. Но Ксюша спасла. Один раз даже с деньгами Аня потеряла сумку, да? Но Аня никогда ничего не теряет. Я вот ответственная. Ксюшенька у нас очень ответственная, серьезная девочка. Да. А вообще, на самом деле, мое впечатление не очень хорошее, потому что здесь как-то все затянуто, ленивые они немножко ходят. Мы вот так вот по времени немножко и не успели с Анютой. Хорошо, что мастер Матильда пошла нам навстречу и дала Ане сделать свой гамбургер. А так бы Анюта не успела. Молодцы, за это им плюсик. За то, что они не сильно расторопные. Есть минусик. И при входе никто не встречает, никто не объясняет, куда идти и да, что делать. Да, в рекламе там был король, он прям выходил, а короля я ни разу не видела вообще. Короля мы тоже так и не я встретили. Я только на фотографии, где рисуют, видела. Да. Вам понравилось? Да. Мы ехали на пожарной машине. Круто да, было? Да, пожарные было видно. Только вот эти шапки такие, вот эти беретики. Ну, я думаю, что ты не очень... Не очень уютно себя чувствовала, да, в таком одеянии? Да. Лучше бы без этих шапок, ладно, эту курточку я бы одела и с горки даже скатываться, но у меня шапка слетела. А в обсерватории вы что делали? Мы там как бы смотрели, но это как планетарий, но там нам почему-то про океан рассказывали. Угу. То есть там был какой-то фильм, да? Да, но мы его не досмотрели, мы только первую часть посмотрели. Там вы заработали деньги. Да. За то, что до конца а в пожарной что вам на втором этаже рассказывали? Что вы там делали, ну, когда мы, вы да, были пожарными? Смотрели сначала плакаты, как из чего пожары происходят, а потом нам мультик показали тоже. Вот, а потом вы стали спускаться с горки, это почему вам так сказали? Ну, чтобы быстрее не по лестнице топать медленно, а чтобы быстрее вдруг пожарным. Все понятно. На корабле, да, что вы делали? Ой, начинается представление. Какой-то показ мод, наверное. Там сцена. Сейчас что-то будет. Понесет коктейли, девчонка. Вот это Ксюшина, а розовый это Аня, скорее всего. Показ мод. Она нам восток. Вот мы не успели немножко. Она так же прекрасна, как и цветы. Дискотеку папа устроил. Аня, иди так. Мы пришли бабосы сдавать в банк.
А что процент у вас какой в банке-то? 5. 5%? Да. Блин, как в обычных банках, ну честно. Мы все думали, честно. Сказочный банк, у вас процентов 20. Мы кладем в банк еще. Что вы куда поехали-то? Домой. Все? Наш праздник уже? Подошел к концу. Уже время-то 9 часов без 10. Мы едем. Все уже устали, да? Я нет. Ты нет? Опять несколько этапов. Ты довольна, Ксюш? Да. Понравилось тебе? Да. Ну вот, и славно. Да. Туда вниз поснимаю, как нам еще долго ехать вниз. О, как долго ехать, а вон как вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Всякую рекламу тут наснимал. И еще мы поедем, да. Там такие машины. Внизу ретро-машины там. Кастомом кто-то занимается. Волга стоит, кабриолет, я еще могу, что-то. Я могу не лежать. Старинный. Там Халк, кстати, да. Но. Там Халк вон стоит. Вон Волга. Это у нас ориентир. Нам туда надо идти, в наш это гараж. Это дядя, раздающий газетки. Дядя с газетками. Хотя не дядя, парень. Я беру рекламки, потому что мне их так жалко. Че, молодежь работает? Они работают, да, и почему-то, ну, я лучше выкину через 100 метров, но рекламку возьми. Опять ты выкинешь, ты природу портишь, понимаешь, когда ты выкидываешь бумагу. Да, мусорку выкинь. Тем более бумагу Болга. А я тебя даже не выкинула. В общем, выехать мы не выехали. Нам сказали, чтобы сэкономить, сходите в супермаркет Гипербола и купите там что-нибудь на 500 рублей, потому что время нашей стоянки составило 600 рублей. И если мы сейчас купим что-нибудь в этом супермаркете на 500 рублей, то нам их спишут. И за стоянку мы заплатим всего лишь 100. Поехали! О, все сломалось, мы уже не едем, время 9 часов. Зарядка, что? Мало походили-то. Это чтобы крепче в машине спать. Мы находимся в этой Гиперболе. Смотрите, какие тортики. Такие разные, много. Целая витрина всяких тортиков. Пироженки. Все в каких-то упаковках. Вон пиццу берем, опять пиццу. Семья моя! Слушайте, я чувствую себя каким-то отсталым дауном. Нам сказали, проверьте, сколько часов у вас для выезда осталось. Мы ничего не знаем, автомат у людей поспрашивали. Тоже никто ничего не знает. Анютка у нас уже спит на ходу. А давай купишь. Тебе здесь тепло на парковке. Но где ты у меня? Ой, я не могу. Нас не хотят выпускать отсюда бесплатно. Пришлось купить две курицы. Купили две курицы, таких здоровых, огроменных. На 500 рублей. Пристегивай. Попытка выехать отсюда номер два. Сейчас мы поставили уже печать, купили то, что нам сказали на 500 рублей. Сколько составит наша стоянка? По сумме сейчас узнаем. О, нас наконец-то выпустили, ура, ура. Валим отсюда. Сколько составила сумма нашей стоянки в итоге? 200 рублей мы заплатили. Ладно, сэкономили. Поехали домой с курицей. А только в 3 раза дороже курицу купили, да? Ну нет. Блин, скоро в плен брать будут. Блин, вообще кошмар. Все, мы выезжаем. Приехали домой, папа у нас закрывает машину. Анютка уже улеглась спать. Мы ее уложили в кроватку. Сейчас сами разберем вещи наши. Поля вон заходит.
Очумевший, злой. Очумелые ручки. Уставший, да. Ну как тебе, понравился твой день рождения? Да. Понравился? Да. А что еще папа тебе подарил на день рождения? Ноутбук. Ноутбук. Да. А мама подарила утром еще что? Футболку. Футболочку. Такой свет тут, я такая страшненькая. Ксюша тут. Ладно, всем спокойной ночи. Кто ложится спать? До скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Пока.